Представьте, что вы уже достигли той точки, к которой стремитесь. Удерживайте ее как можно дольше и чаще. Пусть вас не смущает несовершенство. Его осознание уже делает вас более совершенным на пути. Нет ни слов, ни мыслей, ни желаний, но все осознается как долг и направленность души. Твоя вершина – то место, где проходит твой путь. Свет Духа становится явным по мере твоего продвижения в сознании единства. Желание души становится как исполнение воли единого Бога. Любовь души переходит в любовь Духа, к вечному движению, к своему месту в единой жизни, ко всем и ко всему, что в состоянии впитать и охватить расширяющееся сознание. Недостаточно любить то, что имеет душу, что греет и дает радость. Нужно любить и принимать любое проявление спонтанности бытия, где бы оно ни было, вверху или внизу. Умение жить спонтанно в духе – это жизнь в едином. И быть ответственным за все, с чем сталкиваешься, за каждый момент в единой жизни. Это и есть сознание единства. А по сути в совокупности есть пребывание в вечности бытия. Иметь, как не иметь. И не иметь, как иметь. Быть, как не быть. И не быть, как быть. Забудьте о вечности. Вы уже есть сама вечность.